перед несколько раз приезжать и осматривать участок, а также по договоренности со всеми собственниками домов усилить охрану территории дачного товарища на зимний период, установить камеры видеонаблюдения на подъездных путях и дачных комплексах. То есть совершается также преступление в садах, где посещают всю бытовую технику, естественно, ее вывозят на автомашинах. И если есть такая возможность, то есть людям нужно объединиться, поставить камеру видеонаблюдения, хотя бы чтобы фиксировался транспорт, вот, чтобы сотрудники могли, например, скачивать каждый месяц период, то есть там, который можно в дальнейшем будет посмотреть, какие машины приезжали, выезжали, и уже по ним дальше отслеживать. Также сотрудникам по обеспечению охраны общественного порядка проводятся рейдовые мероприятия в осенний период. Выставляются посты с целью задержания преступников с поличным. Также мы стараемся проводить рейдовые мероприятия по пункту приема цветного металла. То есть фиксируем журнал, чтобы в последующем, то есть если человек весной заявит о том, то, что у него похитили какое-либо имущество, то есть мы стараемся это все вести анализ и проверять это. В 2012 году процент раскрытия подобных преступлений составлял 37,9%, то есть сейчас это показатель вырос до 74,4%. Путем подбора ключа, то есть совершено только 13 краж, а свободным доступом 32, то есть это, грубо говоря, там в 2-3 раза больше совершено свободным доступом. То есть спад, он, в принципе, характеризован чем? То есть я говорю то, что на сегодняшний день, не могу сказать на 100%, да, но 70-80% можно в городе отследить любую машину, и почти уже сейчас остаются дальние районы, там Дербышки, Строительные, где еще не до конца во дворах укомплектовали камеры видеонаблюдения, то есть такие районы. Азина, там, на Кварте, то есть везде расположены камеры видеонаблюдения. То есть не только машины, но и лиц мы можем отследить, кто куда перемещался и так далее. Поэтому при своевременном обращении с сотрудником быстро можно это все отследить, кто заходил в подъезд, на чем уехал, то есть подозрительные машины и так далее. Лишение свободы, то есть мы стараемся всех лиц, которые ранее совершали именно профессиональные квартирные кражи, регистрации иметь и так далее, то есть общение с родственниками говорит о том, что, как говорят, уезжает на заработки. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».